Добрый день! У меня в руках гитара Ibanez GRX-90. Данный инструмент является инструментом начальной ценовой категории, но для тех людей, которые предпочитают сразу хорошие качественные гитары. В данном случае это качество гарантировано фирмой Ibanez, которая себя зарекомендовала как отличный производитель инструментов для самого широкого круга задач. Итак, данная гитара, как и все гитара Ibanez RG, является инструментом, направленным как бы на удобную и эффективную игру. Мы имеем деку из липы и кленовый гриф, накладка из палисандра. Гриф, как и все грифы для гитар серии RG, даже для самых топовых, очень тонкий, удобный и, в принципе, расположен для самых взыскательных гитаристов, которые ставят технику превыше всего. На этой гитаре установлены три звукоснимателя серии Power Sound. Это одна из первых моделей серии Geo с такой конфигурацией звукоснимателя, где мы имеем два хамбакера и сингл посередине, что дает нам получить практически полный спектр звуков. Поподробнее разберемся с управлением данного космического корабля. Мы имеем на всех стандартных гитарах две ручки потенциометра, громкость и тон, и пятипозиционный переключатель датчиков. В крайнем положении мы имеем хамбакер, во втором положении две катушки, в среднем положении одна сингловая катушка, в четвертом положении две катушки здесь, и в крайнем положении, пятом, один басовый хамбакер.